Каливады – афонские монахи XVIII-XIX веков, выступавшие за точное соблюдение церковного устава для поддержания духовного равновесия и за изучение святоотеческих трудов, формирующих святоотеческий, то есть церковный ум. Само название происходит от слова «колева», потому что изначально каливады стали известны как сторонники субботнего поминания усопших. Самыми знаменитыми каливадами были святитель Макарий Коринфский, преподобный Никодим Святогорец и Афанасий Парийский. Главной книгой, порожденной каливадами, стала составленная преподобным Никодимом и святителем Макарием «Филокалия» или «Добротолюбие».